Tak ty nie robisz, kiedy się masz. Ty się śpiewasz? Что будешь делать? Ко мне днем придет мастер Скайнета интернет-провод. Роутер менять. Я все это Андрюхе взял. Роутер на ванне. Вот, потом вечером у нас 6 встреч с фотографом в центре, в гостинице. Ты думаешь, не можешь там похожим? Так, я, может быть, с удовольствием, завтра у меня, видишь, планы, а послезавтра мы должны с друзьями встретиться, поэтому... Ну, ладно. Не в этом плане. Окей. Ну, как раз товарищ Карабах приезжает. Ты хотел позвать и меня, и товарища? Ну, я просто такой раз хотел. Просто нормальный человек. Просто общаться. Общаться опасно. Мнение, конечно, интересное, но не уверен. Ну, он нормально адекватный. Понимаешь, он адекватнее меня. Трудно. Что ты делаешь-то? А? Пишите ему. Видишь, сколько она там дала? Короче, все. Thank you.
Я хотел просто вот так вот сделать пленочку, чтобы не царапался экранчик. Видишь, как классно. Там есть стекло защитное. Подожди, ты не понимаешь прикол. Смотри, видишь, как классно все видно. Смотри. Я не понимаю прикол, как бы. Нет, смотри, смотри. Видишь, как классно. Я думаю, если здесь прикол. Где прикол? Смотри, я тебе все почистил. Как ты мой телефон новый? Блин, прикольно. Я рад, что ты поменял кнопочку. Как фоткает? Лучше, чем сам звук? Фоткает. А знаешь, как айфон фоткает? Лучше, чем мой телефон? Классно, так заебись. Но не передняя камера, потому что я неправильно на камеру поменял. Ну, как экран просто. Ты сам еще экран поменял. Он мне достался. Да. Смотри, если вот это его, смотри. Если я сейчас благодарю. Включу. Смотри. Вот я болгарку переверну. Сниму защитное стекло на время. И вот так пройдусь по экранчику. Вот, то будет намного лучше. Давай сделаем. Блин, там просто видео снимается, но я бы тебя ответил, конечно. Ой, там уже 7 минут снимается. Что там? Как не стал диск?